читаю 24 главу книги пророка Исаии. «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодною, изменяет вид ее и рассевает живущих по ней. И что будет с народом, то и со священником, что со слугою, то и с господином его, что со служанкою, то и с госпожою ее, что с покупающим, то и с продающим, что с заемщиком, то и с заимодавцем, что с ростовщиком, то и с дающим в рост. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие. Сетует, уныла земля, поникла, уныла вселенная, поникли возвышающиеся над народом земли. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей. Плачет сок грозда, болит виноградная лоза, воздыхают все, веселившиеся сердцем. Прекратилось веселье с тимпанами, умолк шум веселящихся, затихли звуки гуслей. Уже не пьют вина с песнями, горька секер для пьющих ее. Разрушен опустевший город, все дома заперты, нельзя войти. Плачут о вине на улицах. Помрачилась всякая радость, изгнана всякое веселье земли. В городе осталось запустение, и ворота развалились. А посреди земли, между народами, будет то же, что бывает при обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка. Они возвысят голос свой, восторжествуют в величии Господа, громко будут восклицать с моря. Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских имя Господа Бога Израилева. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному!» И сказал я: «Беда мне, беда мне, увы мне! Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски. Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли!» Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена, шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней, она упадет и уже не встанет. И будет в тот день, посетит Господь воинство выспреннее на высоте, и царей земных на земле, и будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава.